Качественные обзоры и смешные прохождения ждут вас на канале Мишани. Открытие кейсов, конкурсы, розыгрыши – все это вы сможете найти на его канале. Ссылка будет в описании к ролику и по аннотации. И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Жека, и сегодня, ребята, мы поиграем в игрушку под названием Swamp Sim. Это эдакий слендер в Шреке, или наоборот, Шрек в слендере. В общем, неважно, я еще не играл в эту игру, но я думаю, что она будет очень страшной, и вообще не было довольно-таки давно хорроров на канале, поэтому, если, ребята, вам нравится хоррор, то ставьте лайки, я буду чаще снимать. И, ребята, я сразу же предупреждаю, что эта игра реально страшная, поэтому, если я обосрусь, то, как бы, я не виноват. Так, синглплеер нажимаем. Тут есть еще мультиплеер. Стоп. Ну ладно, неважно. Шрек, Шрек это любовь, Шрек это жизнь. Так, ну, короче. Я появился в каком-то лесу. Пока ничего, в принципе, страшного нету. Нету ничего страшного. Но я бегу, иду вперед. Иду я вперед и ничего не вижу. Ну, наверное, если раз это как слендер, значит здесь тоже собирать подсказки. Точнее, не подсказки, как они. О, лук. Тут нужно собирать лук! Нам что-то говорят! Я боюсь! Что происходит? Заткнись, пожалуйста, я тебя прошу. Хватит говорить, мне ты мне уже надоедаешь. Блин, он перестанет говорить вообще сегодня или нет? Что это такое? Шрек Punishment Bear. Что это? Что это такое? Ладно, я уж свалю отсюда. Так, еще один лук, в принципе, давайте его возьмем. Так, 2 из 8. Блин, ну постоянно что-то говорят, мне это очень страшно, мне это очень сильно напрягает. Давайте как-то свалим отсюда. Что ты там кряхтишь? Я всего лишь хочу забрать весь свой лук. Смотрите, это получается дом этого Шрека, да? Мне кажется, да, поэтому давайте мы туда не пойдем. What the fuck? Что происходит? Нифига себе обосрался. Что происходит? Какие-то странные очень звуки там. Я лучше уйду отсюда. Я даже боюсь представить, что там Шрек делает, поэтому мы просто свалим отсюда. Блин, этот скример был страшный. Это было страшно. Твою мать, там Шрек, бежи нафиг отсюда! Капец! Там хренов Шрек. Убегаем отсюда. Так, я потерял этого Шрека, нет, вон он бежит за нами, в принципе, никуда не делся. Hey now, you're a rockstar. Что произошло? What the fuck? Вытащите меня отсюда! То есть, окей, я всрал. Понятненько. Интересно, я могу зайти сюда? Так, давайте мы зайдем сюда. Так, вот он лук! Тут есть лук! Это кто? Это осел! Фак, это осел! Так, валим отсюда. Блин, там Шрек, вот это точно не к добру, точно не к добру. Валим от Шрека. Вы видели, там было там осел, он поджарил осла, ребята. Это просто, это какое-то варварство. Он поджарил своего друга. Что будет дальше? Так, смотрите, там я вижу свет, мне кажется, там есть лук. Лук там есть, мне кажется. А, нет, это не лук, это... Что с этим можно сделать? Ладно, видимо, с этим... Что это было? Мне показалось, что тут на дереве сидел, ну ладно. Видимо, мне все лишь показалось. Ну, конечно, это его любимая еда, но... Отстань! Вот это я реально испугался так. Тихо, вот. Я не понимаю, если он меня пугает, то это где-то он рядом находится или что? О, это значит, я понял, он рядом находится. Все, я ухожу. Шрек, я как бы не хочу с тобой связываться. Да, ты сзади меня, но я, в принципе, не боюсь. Я просто тебя ухожу. Стоп, он не один, что ли, Шрек? Или он ТП-шится? Видимо, он ТП-шится, потому что... Ай-яй-яй, он справа от меня, у меня аж уже ухо болит. Ну, так... По правому уху у меня громкие звуки проходят. Так. Окей, окей, мы просто сзади, поэтому просто валим отсюда. Просто отсюда валим. Блин, я не нашел больше ни одного лука. Где лук? Мне нужен сраный лук. Люк, я твой отец. Так, где лук? О, смотрите-ка, я куда-то иду. Я куда-то дальше прошел. Мне кажется, мы на правильном пути. Или нет? Я не могу найти ничего. Ничего нету. Ничего нету. Так, я попытаюсь сейчас... Да блин! Нам нельзя было прыгать в воду. What fucking shit? Знаете, мне Шрек иногда напоминает просто какого-то рэпера. Он такой, кому, ага, кому, пье. Так, но... Мне нужно всего лишь найти
Лук. Где он находится, я не представляю. Что тут? Ничего нету. Просто ничего нету. Просто пустой унитаз. Ну, блин, опять он за мной бежит. Что я тебе сделал опять не так? Я всего лишь хочу забрать твой тупой лук, а ты меня пытаешься убить. По-моему, так как-то нечестно немножко получается. Ладно. Так. Какая хрень здесь вообще? Где лук? В доме его тоже нету. Где он тогда может находиться? Мне становится... О, смотрите, я что-то там видел, кажется. Да, это лук. Так где Шрек, я не знаю, но лук там точно есть. Это что такое? Это лук! Ребята, это лук, мы можем его взять! Берем! 5 из 8, замечательно! Мы валим отсюда, валим. Так, теперь нужно найти 6, 7 и 8. Так. Вначале... Можем проверить в доме. Можем проверить в доме, но если нас, конечно, там не убьют. Потому что Шрек уже возле нас почти. И меня это очень напрягает. Так, окей, походу он не здесь, поэтому мы просто валим. Так, а где Шрек? А, он прямо за нами, да, все. Поэтому все правильно сделал. Просто валим отсюда. Так, окей. Есть еще один вариант. Возможно, он находится в туалете, потому что в туалете я тоже не раз видел. Поэтому мы валим отсюда. Опять же, мы валим. Так, проходим через деревья. Надеюсь, деревья это будут стопить. Ну, хотя вряд ли, он же проходит через стены. Поэтому вряд ли. Ну ладно, мы просто бежим. Наслаждаемся местной фауной, собственно говоря. И находим лук. Ну, пока что, конечно, не находим. Но надеюсь, что мы в скором времени найдем. Пока я нифига не вижу, на самом деле. Так, ну вот, я вижу туалет уже, это хорошо. Так, Шрека я не вижу, поэтому... Это тоже отлично. Так, заходим в туалет, туалете опять ничего. Да я это... Так нечестно. Да фак! Да фак! Отстань! Отстань от меня! Мне нужен лук! Где лук? Ладно, окей, давайте опять побежим по дороге куда-нибудь сюда, и может где-нибудь он будет подсвечиваться, и мы его все-таки найдем. Так, опять побежал к этой странной горе. Тут опять ничего нету. Нет, тут есть, вот он лук. Он уже рядом. Я сейчас его подберу. Теперь... Воу-воу-воу-воу-воу! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Быстрее валим! 7 из 8! Вот сейчас реально начинается хардкор, просто хардкор. Ой-ой-ой, мне кажется, мы сейчас сдохнем, ребят. Он какой-то еще рок играет, нет, совсем не так напрягает. Он стал какой-то очень быстрый, мне кажется, я не убегу от него. Где чертов лук? Да-да-да-да, сдохни, тварь. Воу-воу, да, сдохни. Hey now, you're a rockstar. Вот пипец! Да черт возьми! Ну блин, я собрал, ребята, 7 лука. Если вы собирали 8, то обязательно напишите в комментариях, что будет происходить, если мы соберем 8 лука. Потому что я уже пробовать больше не хочу, потому что Шрек меня уже сильно пугает, и я боюсь, что в моих ночных кошмарах у меня это будет появляться. Вот, так что на этом я закончу. Спасибо всем, кто смотрели. Спасибо всем, кто смотрел, да. Пишите приятные комментарии, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, также добавляйте меня в друзья ВКонтакте. Ну, а с вами был Жека, всем удачи, всем пока.